Адами. Знает, где их искать. А, ясно. Только он далеко, поэтому нам нужна машина. Смотри, гномы. Да, гномы. У меня была с ними целая книжка. В детстве я их просто обожала. А феечек нет, они стрёмные. Ну ладно. О, посмотри. А ты что, играла? Нет. Но одна подружка мне про эту игру рассказывала. Там вроде была героиня по имени Angel Knives. И, ну, короче, типа она сначала била ногой в живот, а потом отрывала башку. Никогда не любил такие игры. А я бы попробовала. Принудительная эвакуация. А куда? А ты как думаешь? В карантинную зону. Кое-кого предупредили об эпидемии, пока было не поздно. Большинство нет. Жуть. Трудно, наверное. Так все бросить и уехать. Бывает похуже.
Явно дело рук Билла. А кто еще живет в городе? По-моему, он один. Даже как-то грустно. В смысле? Ну, здесь столько музыки, и никто ее не слушает. Ах ты! Обалдеть! Это еще что за фигня? Это Билл ловушек наставил. Твой друг параноик, да? Мягко говоря. Нафига он нам сдался? Он помогал нам заниматься контрабандой. Знает, где что достать. Осталось не взорваться на пути к нему. Просто смотри, куда идешь. Порядок. Есть. Билл стреляет из лука? Наверняка. Иди сюда. Переберемся на ту сторону.
О, смотри-ка. Отдай его мне. Я неплохо стреляю. Давай стрелять буду все-таки я. Я могла бы защищаться, прикрывать тебя. И не мечтай. Да, пожалуй, сработает. Все чисто, залезай. Теперь слушай. Предупреждаю заранее, Билл не самый адекватный человек. Поэтому, когда мы его найдем, говорить буду я. Поняла? Поняла. Это очень важно, он не любит чужаков. Ладно. Билл нормальный мужик. Просто ему нужно время, чтобы к тебе привыкнуть, вот и все. Видишь растяжку? Смотри, не задень. Пригнись как следует.
Слышал? Да. Туда собираешься? Может, найду что полезное. Найдешь мой труп, когда я помру от инфаркта. Не волнуйся, все под контролем. Господи, я чуть в штаны не наложила. Ну, раз уж мы здесь, давай осмотримся. Думаешь, они нашлись? А я откуда знаю? Я надеюсь, что да. Все, валим отсюда. Ясно. Хрена себе! Офигенные штуки! Ну, как вариант. Смотри под ноги. Идем. Держись рядом. Сейчас. Чтоб тебя бил. Что случилось? Еще одна гребаная ловушка. Вон холодильник. Это противовес. Сейчас. Тебе надо перерезать веревку. Ладно. Джоэл? Вот и они. Поднимайся веревкой! Элли, ты скоро? Я быстрее не могу!
Черт! Элли! Мне еще немножко! Они сейчас явятся. Сейчас! Черт! Ты цела? Да! Продолжай. Зараза! Давай! Не поддается! Быстрее! Вали от нее, ублюдок! Скорее, они уже близко! Я тут! Давай, чего расчел? Быстрее! Где этот ключ? Эй, сзади! Нил, давай! Дверь открыта! Не тормози! Здесь опасно! И поперли через дверь! Валим их! Другого пути нет! Ну вот, почти пришли. За мной. Черт. Твою мать, они прорываются! Давай! Они прорвались!